Белочкой и зайчишкой занимались важным и нужным делом. Наши будущие первоклассники в лесу собирали букет для своего учителя. Собирали и разговаривали. Ой, Белочка, как же ты будешь в школе учиться? Ты все прибежишь, да прибежишь, представь себе. Не знаю, действительно не могу сидеть на месте спокойно. Ничего, только перемены будут, а на них попробуешь. Перемены? А мне папа говорит, что в школе будут уроки, на которых мы будем учиться узнавать что-то новое. Это правильно, поэтому лучше в школе. Там если мы учимся, то учиться с столами мы сможем поставить. Мы подумали, перемены будем, надо так лучше поиграть. Не знаю. Самое главное, мне кажется, чтобы он был умным, чтобы много знал и умел. А я хочу, чтобы он был добрым, чтобы все разрешал. Представь себе, что бы там за уроки были. Одному разрешили, какая-то умная притча. Одному разрешили кричать, другому скакать, а третьему в игрушки играть. А мне хотелось бы для доброго, но строго и справедливого, чтобы все разрешать, и чтобы мог помочь в трудную минуту, и чтобы на уроке с ним было интересно. Ты что, загрустил, зайчонок? Боишься? Смелее! Пусть будет учитель такой, как он есть, а не выдуманный. А мне мама говорила, что учителя это только те, которые любят детей и многому хотят их научить. Ой, ребята, смотрите, какой у нас большой и красивый букет получился. Наверное, нашему учителю понравится.